Так, ребята, это. Эволюция файтинг игр с 85 года. Я вообще люблю файтинги. Они очень красочные, заебатые. Некоторые файтинги настолько красивые со стороны, современные. И настолько прям охуенные, что смотреть приятно. Просто смотришь и такой... Я уверен, что здесь они будут. В свое время меня поразил Killer Instinct, например. Он очень сильно выделялся среди современных файтингов. И, блядь, он до сих пор просто охуенный пиздец, как выглядит. Ну, про ГГ я молчу, тоже охуенный. Ну, короче, блядь, много охуенных файтингов, невероятно красивых. 1985, ER, Kung Fu. Но сделаем чуть потише. Помню, кстати говоря, играл на Денди, она же NES. Заебись было, кстати. Она, кстати, реально была заебись. И там... Там была очень охуенная система, особенно для того времени вообще пиздец. Вот ее здесь показали. При нанесении удара происходит стоп-моушен. То есть это очень прикольно, и игра ощущалась очень клево. Не знаю, как передать, но тогда на NES она была прямо мега-мега-мега-мега охуенной. Ой, Street Fighter первый. Бля, звуки такие приятные, прям не могу. Да, чат? Street Smart. Это что-то вообще мимо меня прошло. Street Fighter, кстати, охуенный драка. Ой, охуенный файтинг. О, Марта! Пошло, да. Великая серия. А Майлз Моралес будешь проходить? Мы посмотрим, как я пройду первый, ну, так сказать, Человек-паука на плойке, может, мне не понравится. Виртуалф, помню его, блядь, помню, кстати. Играл, да. Своеобразный файтинг был. Но помню. Бля, Killer Instinct, да, вот она охуенная. Это, кстати говоря, ну, 94-го года. Есть, конечно, более новый Killer Instinct, его здесь наверняка покажут. Но Killer Instinct просто охуенный. Вот посмотрите на 94-й год Killer Instinct. Он просто заебатый, блядь. Вот, блядь, вот Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat 3 был просто пизданически разрывным и бомбище, просто охуенным. Но, блядь, Killer Instinct, который вышел в 94-м, выглядит своеобразно и охуенно просто. Даже на фоне МК классного. Да, Краб Гейминг. Ты в 11 марта играл? Да, играл. Ой, блядь. Кстати, по-моему, играл. Хотя, блядь, вроде бы играл в нее. Хотя могу ошибаться. Прикольно сделано в любом случае. Может, Секиро пройдешь? Ребят, блядь, давайте вот пока остановимся на том, про что я сказал. 1997, Tekken 3. Бля, третий Tekken, да. Он был, по-моему, на первой... Блядь, или я не помню. Нет, подождите. Не-не-не, третий Tekken был на плойке первый же, да, чат? Я не путаю ведь ничего. Ой, Soul Calibur тоже помню. На первой плойке, да, был. Значит, я все, значит, я играл, да, я помню. Бля, файтинги сейчас такие красивые, ребят. Мы сейчас дойдем до этого, это просто вау. Я не знаю, если кто-то из вас не следит за файтингами, вам понравится. Фильм по Биошоку, не знаю. Уже пиздато выглядит, блять, а будет выглядеть... Сто раз лучше, просто будет выглядеть так охуенно, что пиздец. Файтинги просто выглядят прям, блядь, мое почтение. О, заебись, кстати. Заебись.
Потом будет более еще современный. А вот Super Smash Bros. Про нее, блядь, я говорил как-то. По-моему, сегодня или нет? Прикольный тоже такой файтинг. Крайне своеобразный. Крайне своеобразный и на самом деле очень интересный. А, на Nintendo можете поиграть. А, Ultimate Star, он, по-моему, называется сейчас. Там сразу 4 игрока, по-моему, одновременно с вами ебашатся. Или 8, я не помню. Заебись, в общем, заходит. Очень много персонажей, и он как бы, в принципе, прост в управлении, и при этом разнообразный очень. Tekken самый лучший? Нет, Tekken не самый лучший вообще. Tekken охуенный файтинг, просто охуенный, но назвать его самым лучшим трудно. Он, безусловно, один из лучших, но не самый лучший. А, 8, да, 8, окей. 2004, Def Jam. Бля, вот это вообще... Fight for New York, блядь. Вот это, блядь, вообще хуй знает, что такое. Бля, вообще не знаю. Вот, вот уже пошло потихоньку. 2005 начался, смотрите на Soul Calibur 3. Уже, блядь, выглядит прям так вот. Сейчас пойдет уже. Сейчас пойдут такие сочненькие. Пятый Tekken тоже кул? Cool? Да, пятый Tekken заебись. Ой, или я со Street Fighter путаю, подожди. Naruto Ultimate Ninja Storm лучший файтинг? Ну... Во, Tekken 6, блядь. Пошел, ебать, красота залетела, пиздец. Пошел уже, да. Я говорю, сейчас будет точка. Сейчас теперь будет пиздец. Сейчас следующие года будут вообще охуенные. Street Fighter 4. Сейчас прям покатится пиздата. Как же они эволюционировали? Причем посмотрите, какой произошел огромный скачок. Огромный скачок за короткое время. Ой, BlazBlue, блядь. Ну, конечно, блядь, BlazBlue просто охуенный, и ГГ охуенный. Просто, блядь, они здесь наверняка будут. Они такие своеобразные, они такие, блядь, разнообразные и пиздатые, просто жесть. За ними смотреть, знаете, как охуенно. Там столько всего, ебать, блядь, чат, просто пиздец. Я иногда просто поглядываю чемпионаты, ну, сейчас редко уже поглядываю, раньше постоянно следил, вот, но... Прям было дико круто. Ива, да. 2011, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ебать, красивенько уже было, да? Это же у нас 9-й, правильно, который? Ну, типа, Mortal Kombat, но типа Mortal Kombat 9-й, это да. Да, 9-й прям заебись был. О! Да, Schoolgirl, охуенный файтинг, пиздец, тоже. Прям очень клевый файт. Schoolgirl просто охуенный, да. Я заебись. Gods Among Us. Вот Among Us, который сделан по комиксу «Боги среди нас», по серии такой альтернативной, так сказать, развития событий в мире DC. Амогус, блядь. Да, Амогус, ребята. Вот он вроде бы красивый, но как файтинг особо никого не интересовал. Вот ГГ! Блядь, ГГ один из лучших, как мне кажется. Это просто... Просто охуенно. Это 14-го года, прикиньте. Это ГГ 14-го года, блядь. Супер охуенно, блядь, пиздец. Есть еще новый, блядь, Tekken 7, ебать, красивый тоже. Tekken 7, ребят, посмотрите, ну ёб твою мать. Радует глаз под мой пивас.
Прям ух, бля, восхитительно, да. Как же красиво. 5-й Street Fighter, тоже потрясающе красивый и охуенный. Как же там охуенно сделана Сура. Бля, это про один из моих любимейших персонажей. Пизда просто, какой же он заебатый. Эти анимации, эти косты. Просто кайф. Ну, второй Injustice. Красивый тоже, да. На МК похож? Что на МК похож? Street Fighter? Нет. Вообще нет. О! Fighter Z, да. Когда только вышел, прям хорошо взорвал такой. Ебать. А, Injustice? Injustice, правда, похож, да, есть такое. Да. Блять! Как же, блять, как же при... Посмотрите, какой приятный. Просто посмотрите на 11 МК. Какой он приятный, какой он плавный. Блять, какой он красивый. Очень хорош. А, одни и те же разрабы у МК Injustice? А. Grand Blue? Ебать, красивый тоже, да? Просто охуеть! Бля... О! Это новый ГГ! Новый ГГ, но вы сами видите, это просто вау! Ребят, он еще такой разнообразный. Просто, блядь. Бля, просто жесть. Это новый ГГ. Такая смесь графических решений, дизайна, просто прям завораживает, ну, лично меня. Так все, ну, нестандартно, такое смешение этих, как его, граф-механик, то есть 3D, 2D, который 2-5D, потом все это друг на друга наложено, и как-то, блядь, и выглядит блядь, очень необычно. Круто, круто прям. Я прям, конечно, файтинги обожаю. Ну, я сам не играю в них, но мне очень нравится смотреть иногда. Прям сидишь такой, смотришь такой, заебись, блядь.